Добрый день, друзья, подписчики моего канала. Ну что, вышел сегодня с супругой в лес посмотреть на грибы. Говорят, полно грибов. И вот зашли в такую оазу. Оазис в сгоревшем лесу. Небольшой оазис. Вот так, зелененькая травычка. Гарненько. Ну, грибов, пахнет грибами, но грибов пока мы не обнаружили, благородных, я имею в виду беленьких. А так, есть. Поганочки всякие. Ну, не в грибах дело, хотел вам показать, что благодаря усилиям, я точно запомнил, на этом месте работали харьковчане. Это оазис харьковчан, какие сильные, самоотверженные люди за хоть чуть-чуть укрепили тут, забили огонь, приостановили. Він пішов там внутрь, сейчас я покажу эту сторону. Я помню, что проезжаю на тракторе помощь, и стоят люди и подходят ко мне, то ли прапорщик пожарной охраны, и говорит: это вы там снимали пожары? Говорит: да, я. Говорит: ну, спасибо вам большое. Это, говорит, по телеку показывает одно, происходит совсем другое. А с ваших видео я сориентировался, что мне брать, какая ситуация. Так что я чем-то помог. Вот все такие грибунцы. Вот такие поганочки, чи что они такие. Вот такие есть, но белых нема. Хотя раньше тут, я думаю, были. Я не сильный грибник, ну, могу хоть что там, если не есть, найти. Вот хороший лес, спеваю птички. Рядом поворачиваемся. А там он погорівши, нема. Только сгоривший. Койди поотходили дерева. Де дужче пройшов, сгорів. Ну вот на этом участке. Такий нормальный участочок. Походим, сейчас подивимся на грибы. Вот так, ребята. Трава, мурава. Вот так. Старые минполосы. Но это не прошлогодние, а давнешние. Это Андрюха делал, матушкин. Хотел рассказать, тут в этих кварталах дальних работал Андрей, и когда мы тут тушили ГАИ, я снимал фильм «Один из лучших», Андрей Матушкин. Андрюха тоже приложил усилия, спас много. Но еще хотел заметить, что до того, как начались пожары, Андрюха, я не знаю, может, я только не владел информацией, но на то время, когда, перед тем, что начались пожары, Андрюха разрезал тут все. Я думаю, ничего себе, молодцы Боровское лесничество, как обезопасили себя противопожарными полосами. Но это оказалось при таких ветрах не дуже эффективно. Хотя помогало, хотя бы не так распространялось. Я думаю, что очень большую работу проделало Боровское лесничество в лице матушкина Андрюхи. Молодец, Андрюха. Привет, настоящая сила. И в нужных, и в правильных. Самоотверженно, я же говорю, тушил. Молодец. Но трактора так нового и не получил. Мы думали, что Андрюхе будет новый трактор. Пришлось ремонтировать старый. Вот такие вот дела. Погорело много. Ксюша спрашивает, свиньи бывают? Конечно, бывают. Ну, он понарывал, я бачу. Ксюша боится свиней. Ну, ничего. Вот грибов много, вот поганочек. Кто знает сколько. Вот такие. Вот сейчас я покажу. Вот такие вот. Вот так. Грибочки. Тут такой трошки уже с березнячком идет, как лощинка. Ну, есть здесь грибы, но надо ездить их шукать. Ну, пока не можем их здесь шукать, есть причины. Нужен автомобиль повышенной проходимости. Ну, надо или пешочком
возле автовокзала дома походить. Ну а так. Кто собирал, Николай Анатольевич, он говорит, насобирал богато червивых, старых грибов. Ну, собирать для того, чтобы они были. Плюс его не посушишь, эти грибы. Только в специальных сушилках надо сушить. Ну, вот так, ребят, остался оазис. Уже хорошо, птички спевают. Кабанчики понаривали, койли там. Ну, может, и лисичка, ну, хай Ксюша думает, что это кабанчик. Чтоб далеко не отходила от меня. Чтоб не заблудилась. Вот так остались оазы. Там вот березовый гайок, сейчас пройдем, подивимся. Может, кому нема змоги сходить у ліс. Ну, у мене і не було, ну, є причини, що не мог я поїхати стрихти овечок, вже пора. Ну, нічого. Так, а ну, зараз подивимося, що ж тут понаривало. Кабанчика. Ось такі ось розриті торф'яки, свіженькі. Може, якісь грибники ходили, а може, грибли, правда, якісь козочки. А ось березнячок. Ми знаходили тут яйця вальшнепа колись в таких березнячках. Ну це невеличкий гайочок, ну де більше погоріли. Ага, пам'ятаю цю дорогу. Виїзд з пожара. От, якщо побачите далі, тут уже згорівший ліс. І ми їздили на 13 кілометр в прошлому году в сторону Смолянинова. Там багато грибов. Ну там уже і ліса нема, повипилювали горельник сплошняком, молодці, Айдар працює чітко. У нас трохи щось замедлено, ну, може розкачаємося. От так, ребята, от, як положено ліс, а от наслідки пожежі. Чорний стоїть, все чорне, згорівше. Ні мхов нема, таких красивих, помните, ми з вами розсматривали. Ось так, макросйомку, красивий мох, такі подушечки м'якенькі. Тут Ксюша говорить, у цвіточник посадить, щоб влагу держав. Ще вся хата мхом заросте, не будемо її садити. Так що так, прогуляночка у нас у лісі, без грибів, ну а що ти зробиш? Ну будемо їхати, може встановимося, де ще така оаза, може знайду щось цікаве, сніму, покажу.